Раз, два, три! Празднование 1 мая в России традиционно начинается с восточных рубежей страны. При этом погода, которая удивляла приморцев с самого начала года, 1 мая себе не изменила и встретила жителей и гостей Владивостока, которые участвовали в праздничном шествии, затяжным дождем. И тем не менее, в Международный день солидарности трудящихся тысячи работников самых разных предприятий Приморья, от частных ИП до государственных корпораций, ведомств и учреждений, вышли на Светланскую, объединенные тремя простыми словами. Мир труд май! Международный день трудящихся, праздник весны труда. Нас погода не испугала. Потому что люди должны быть все вместе. Там говорят, мы увидим губернатора, вот. Несмотря на проливной дождь и изредка сменяющиеся пятиминутками тишины, настроение у большей части многотысячной толпы более чем приподнятое. Музыканты играют на инструментах, девушки в нарядных костюмах отплясывают танцы, а среди людей в профессиональной робе были замечены даже американские супергерои. Так как у нас праздник, я пришел спасти наш сегодняшний праздник и нашу страну немного. Мир, труд, май, рулит! Меньше чем через час после начала формирования колонн первомайское шествие началось. Колонна уже начала движение, но идет порциями. Первая часть колонны с головой продвинулась к центру города, остальная часть прямо за нами. Мир, труд, май и все, школьники, взрослые, четвероногие и супергерои, все идут вперед, и мы вместе с ними. Тем временем погода продолжила портиться. Центр Владивостока буквально начал тонуть в воде. Однако бодрый настрой пешеходов-тружеников, кажется, ничто не может испортить. Наткнулись на ребят, у них тематические костюмы по разным профессиям и наушники. Как мы поняли, у них синхронно играет музыка, но мы не стали их отвлекать. Пойдемте за мной. Действительно играет музыка. Я слышу, да, но наушники великоваты. На центральной площади, прямо под памятником борцов за власть советов, стояли ветераны вместе с представителями краевой и городской власти, депутатами и общественниками. А прямо напротив них, на грузовике со звуковой аппаратурой, поздравлял приморцев губернатор края Олег Кожемяка. Дорогие приморцы, от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и тепла в каждом вашем доме. С праздником, с 1 мая! Ура! Ура! Основная часть колонны завершила движение к часу дня, однако дороги оставались перекрытыми почти до 15 часов. Так много было желающих участвовать в торжестве. Ну а самые стойкие и празднично настроенные трудящиеся продолжили отмечать 1 мая на площадках, залитой дождем приморской столицы. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.